Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Мы сейчас находимся в лесу под Томском, под Тимирязево, 86-й квартал. Планировали время 5 часов вечера, планировали поехать за черникой, потому что черника есть. И решили все-таки после таких проливных дождей, которые у нас были, а уже прям там большие в лесу образовались, решили заехать в лес посмотреть грибы. Ну, грибы... Белые, наверное, уже отошли, скорее всего, отошли. Не скорее всего, отошли, их нету, вот в чем дело. Но на трассе продают лисички, землянику и чернику. А раз лисички продают, значит, что? Правильно, надо брать ножики, ведра, подписаться на канал Юрганов Лайф, поставить лайк этому видео и смотреть дальше. А дальше я вам показываю уже лисички, которые растут в лесу. И это правда. Вот небольшой кустик лисичек. Дальше вот спрятались лисички. Хорошие, желтенькие, желто-оранжевые лисички. Итак, приготовили мы все. Все приготовили. Маленькие ведерко, ножики. И сейчас будем срезать. Прямо в прямом эфире я вам срежу лисички. Уж лисички-то тоже точно срезаются. Под корешок. Оп. И все. Немножко очистили и положили. Также немножко заровняли и пошли к другому кустику. Вот он. Очищаем. Они смачные такие. После дождика они прям тверденькие. Прям такие, знаете, как лисички, настоящие лисички. Лисички-сестрички. Прям здоровские. Итак, вот. Лисички, вот лес, и мы идем дальше собирать грибы. Поехали. А позже мы заедем за черникой обязательно. Итак, ребята, все, охота начинается, вернее, началась. Первые два кустика, которые вы только что смотрели, это была затравочка. На самом деле пошла просто, сейчас будет резня. Почему? Потому что, смотрите, вот один, второй. Дальше третий кустик, четвертый, пятый, шестой. Вот они лисичечки. Это только такой минимум. Дальше. Идем дальше, я вам показываю еще полянка. Просто надо успевать резать, отмахиваться от комаров, но мы все взяли. Мы взяли эрфитамид, который нас защитит. И вот еще раз, два маленькие пошли. Вот малюсенькие. Вот еще красавчики. Поэтому сейчас начнем резать. Вот они полезли или их срезали. Вот они. Нет, уже их срезали, но нам что-то вылезло. Итак, берем ножик и начинаем срезать. Поехали. Итак, грибочки опять продолжают появляться. Мы решили с сыном на двоих одно ведерко наполнить. Типа такого челленджа, как быстро мы сделаем. Итак, я подхожу к очередным грибочкам, ставлю камеру вот так и начинаю срезать. Они обалденные, они свежаковские. Почему? Потому что после хороших дождиков они попались и начали расти. Вот он, красавчик, он ждет. Убираем вот такой и туда трофей. Ведерко складываем. Все, еще вот парочка небольших, самые вкусные. Конечно, можете ругать, что таких малышей зачем берете, но они такие вкусные. Они все равно вырастут и их срежут. Поэтому первым сделаю это я, и я их положил в ведерко. Их можно замариновать,
можно супчик с ними сделать, а можно пожарить. Итак, вот такие классные грибочки. Итак, опять маленькие грибочки. Вон сынуля собирает. А я вот здесь нашел маленькие лисички, которые будут вкусные сегодня с жареной картошки. Итак, я их сейчас срежу без вашего присутствия, и мы пойдем искать дальше. Готовьтесь. Ну, я тоже нашел поляночку, которая с грибочками. Это вот они, лисички. Вот штучка, вот два. И вон там дальше возле ведерка тоже стоит. Начнем с этого. Срежем этот. Так, есть. Потом вот этих два. Совсем маленького оставим. Дальше. Вот этот будет у нас. В зачет пойдет. Ведро, я как и говорил, одно. На двоих с сыном. Вот. Нажареха у нас уже есть. И идем дальше. Дальше к тем грибочкам, которые ждали меня. По цвету они такие яркие-яркие. Имеется. О, смотрите. Был сильный дождь. И вот это намыло иголочки. Вот эти иголочки, так же, как здесь намыло, бежал ручеек. И вот на них прям налетело все это. Так, вот срезаем, убираем. Дальше, следующее. Вот две штучки. Так, это слишком малявки, но тем не менее берем. Опа, есть. Сегодня ужин обеспечен. Ужин с дарами Сибири в прямом эфире. Итак, кто-то спрашивает, у меня Сергей из Кемеровской области, по поводу белых грибов. Нету, Сергей, нету вообще. Вот поганки есть, белых просто ноль. Итак, вот еще парочка. Срезаем вот таким образом. Сделаем. И пойдем дальше. Зачет у нас. Такое маленькое ведерочко. Вот они, красавчики, лисички. А мы идем дальше. И там мне маячат. Есть грибочки, лисички. Лисички, прям сестрички. Пошли подписаться. Красная кнопка вот здесь, красная. Жмите, чтобы она стала серой. Лайки обязательны, они мне важны. Это стимул для того, чтобы я еще ездил. Ездил, вам показывал нашу Сибирь, нашу Россию. Что это замечательно. Наша планета, это здорово. Все, поехали дальше. Все, пошли. В общем, лисички на сегодня заканчиваются, потому что еще хотим все-таки, помните, съездить за черничкой. Время 6 часов вечера. Мы успеваем. Пол ведерка у нас есть на вечернюю жареную картошку с грибочками. Нам хватит. А у нас очередные маленькие грибочки. Лисички. Мы сейчас их срежем. И заберем и в наше ведерко складываем. И что я могу сказать, так скажем, заключительное слово. Сегодня вылезка, в принципе, в лес, она продуктивная, потому что мы посмотрели, лисички есть, значит, надо уже целенаправленно за лисичками сгонять. Но есть. Да, есть канал Юрганов Лайф, Иван. Говорю, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Сделайте кнопку подписаться серой. То есть нажмите на красную кнопку подписаться. Оставляйте обязательно комментарии, они для меня важны. Также лайки, это вам все это бесплатно, абсолютно бесплатно. А мне это для того, чтобы я понимал, правильно я делаю, в том направлении двигаюсь или нет. Поэтому оставляйте свои отзывы. Всем пока. Меня зовут Иван. Пока.